трубу подготовил по размеру. Вот так. И сейчас буду ее устанавливать. Снимаю вот этот вот тройник. Вот здесь смазал, вот здесь тоже смазал. И буду пробовать. Легко все пошло. Вот это мне надо снять. Но масло, смотрите, свое дело делает. И теперь немножко приподняло. Теперь вот это придерживать, а это отпускать надо. Так, вот здесь я не смазал. Не смажешь, потом и не оденешь. Руки не пачкаю. Нежелательно. Так, все подготовил. А вот здесь еще смазать. По-любому надо смазывать. Ставлю. Видите, какие ошметки. Ошметки какие-то жира, что ли. На это внимание обращать не буду. Все. Почему я снял? Потому что вода постоянно вот на эту полочку наливается, и здесь постоянно подтеки. Врать не буду. Постоянно эти подтеки. Мне это надоело. Но мне нужно уже делать короб. Здесь сделал разметку, профиль вот таким вот образом загнул, вот здесь выпрямил, чтобы туда зашел, и здесь вот стыковался. Здесь черточку сделал, и сейчас нужно вот здесь отрезать и загнуть, потом размер взять вот этот вот, до вот этой трубы. Эта труба для провода интернета, который проходит сквозь эту перегородку в коридор. Вот так получается. Это трубы
холодной и горячей воды. Замеряю 13 сантиметров вот до черточки. Тоже 13 сантиметров. И мне нужно теперь в этом месте поднять. Поднять, значит, нужно вот здесь резать. Если когда резал, получилось так, вот так проходит, ну видно, сгиб в эту и в эту сторону полочки, значит, вот эта полочка ложится сюда. Мне нужно здесь вот тоже подрезать, вот именно с этой стороны. Раз подрезал, вот эту жесткость нужно вот выправить. Что я сделал? Теперь вот эта полочка легко вот сюда будет сгибаться. Сгиб произошел. Теперь делается вот так. Вот таким вот образом. И теперь нужно сгибать туда, то есть ложить, а потом выправлять. Посмотрите, какая конфигурация получилась профиля. Чтобы углы оставались не разрезанные. Вот как получилось. Теперь что получилось? Вот здесь вот мешает. Здесь мешает. Раз мешает, можно или отрезать лучше. Ничего не задевает. Получилось вот так. Вот здесь можно завернуть. Вот как получилось. И теперь остается закрепить. На расстоянии от черточки, то есть вот эта черточка, чтобы было вот такое вот расстояние обязательно. Но у меня есть лазерный нивелир, и по этому лучу я, конечно, буду устанавливать. Вот как. Изготовил вот такую коробушку в этом углу, внутри которой находится канализационная труба. Эту работу я закончил и перехожу на другую.